Ежегодно последние учебные месяцы для выпускников и их родителей время ответственное и напряженное. Активно идет подготовка к поступлению в вузы Беларуси. Однако некоторым учащимся не приходится испытывать предэкзаменационный стресс. В нашей стране сегодня будущие абитуриенты имеют возможность вступить в ряды студентов без вступительных испытаний. Уже второй год в республике проходят многопрофильные университетские олимпиады, закрепляющие за школьниками данное право. У нас олимпиада состоит из двух этапов, и для того, чтобы поучаствовать во втором итоговом этапе, обязательно участие в предварительном, так называемом дистанционном этапе проведения олимпиады. Предварительный этап у нас начинается уже с 4 декабря. Запись уже и регистрация на олимпиады открыта с 13 ноября. На данный момент уже более 50 участников, несмотря на то, что прошло только 3 дня. Поэтому мы надеемся, что в этом году большое количество абитуриентов воспользуется такой уникальной возможностью, которую предоставляет Министерство образования, и сможет поступить в наш университет без вступительных испытаний. Для выпускников олимпиады пройдут по 5 учебным предметам. Это математика, английский язык, история Беларуси, трудовое обучение, а также физическая культура и здоровье. Ко второму этапу, очному, допустят лишь лучших участников, которые наберут установленный порог баллов по выбранному предмету. Он состоится в феврале 2024 года. А далее победители олимпиады получат возможность поступить без экзаменов. Кроме того, в Новополоцке и в этом вопросе есть приятное нововведение. Открытое акционерное общество на ТАН наградит победивших олимпиаду по математике ценными призами, среди которых сертификаты на целевое направление. Открытое акционерное общество уже давно работает в плане профессиональной ориентации совместно с университетом, посещаем школы, и мы, в принципе, заинтересованы в приеме, в направлении на обучение, в последующем приеме на работу высоко мотивированных будущих выпускников, потому что они уже определяются со своей будущей профессии и, соответственно, получают знания целенаправленно. И поэтому, исходя из данной ситуации, мы уже приняли в этом году решение стать партнером университета в проведении университетской олимпиады, потому что с помощью этих олимпиад как раз и выявляются такие ребята, которые являются мотивированными. Если смотреть в целом по системе университетов Беларуси, то квоты для зачисления абитуриентов без вступительных испытаний не изменились. Это до 15% от контрольных цифр приема. Для участия в олимпиаде необходимо оформить заявку на сайте учебного заведения. Важно, чтобы предмет олимпиады совпадал с первым профильным предметом ЦТ, необходимого для поступления. Более подробную информацию можно узнать на сайтах белорусских вузов. Елизавета Борбат и Сергей Залынский. Телеканал «Звезда».